Вообще в последние годы это российский вес. Мы можем вспомнить царствование. Поддавливать, это очень важно. Хороший джеб, попал левый. Умар, если посмотреть на его рейтинг. Справа, да, давление. Постоянно давит. Здорово, здорово. Здесь конкурентно выглядит третий раунд. Очень конкурентно. Шикарный, шикарный джеб от Билла. И тут же левый скол. Очень жесткий Дмитрий. Слишком очень Саламов. Саламов прям хочет попасть. Он хочет сделать сильную. Откачивает Билл, смотрит. И пока еще не включился. Два джеба тот. Делает попытки, бьет удары мимо. Хорошо, Билл. Здорово. Прекрасная работа. Супер. Остро. Посмотрите. Еще раз джебом достает Билл. Смотрите, качество Билл придумывает. Здесь нужна другая история. Через перетрит, видит, вот он здесь бил, он никуда не уходит, он ниже его роста, но попасть невозможно. И справа остро, и лево снова бам! Руки наверху, и всегда очень остро выстреливает передней рукой. Да, стань рукой бил, достает. Короткий левый сбоку, посмотрите, ох, снова, пока он видит легальные бил. Хитрости в боксе. Попал сейчас Саламов. Хорошая попытка. Да, хорошая. Попробовать снизу. И снова рефери обращает внимание на переднюю ногу Саламова. Попадает вправо Билл, и левый попадает. Здорово. Запустить туда, и полетит рука. Ой, какой. Сказал Биллу, что есть уже проблемы с функционалом у Мараса. Ищет, ждет, смотрит. Конечно, он надеется на свой удар. Он верит в него. Невозможно. Ну, большой Саламов, скажите, ни в коем случае, да, но хочется видеть, конечно, и чувствовать Умару чуть больше конкуренции. Да, все самое интересное гарантированно еще впереди. Сорвался Бивол, пошла комбинаторика. Третьего раунда советовали Саламову. 3-4 удара. Три удара передней рукой, повтор левый, левый, правый. Прекрасный бой, прекрасный бой. Ну, посмотри. Ох, как кидается, бросается. И здесь подхватывает Билл. В раунде Билл взял небольшую паузу. Ух ты! Вот здесь нашел правую руку Саламов. Да, быстро. Ну, это интересно, согласитесь. Это как сразу в течение боя поменял Саламов. Да. И очень. Это только на руку этому бою уже не достать. Да, очень это похоже. Удар в корпус на печени. Удар в корпус. Опять удар в корпус. О, это снизу оперф. Да, это опыт. Это мастерство через переднюю. Куда бить, куда шагать. А справа опасно пристанет сейчас. Ложился. Бивол по-прежнему продолжает вызывать Саламова на себя. Буквально ждет его. Посмотрите этот джеб. Очень жесткий джеб. И на секунду даже остановился Саламов. Прекрасно. Прекрасная ключом не была. Скорость не падает у Бивола. Ой-ой-ой, справа. Просто непревзойденный. Ой, удары перкос. Вроде бы все просто. В боксе глобально три удара. Он дает промахнуться. Он сейчас выматывает своего соперника и... Цепит, цепит, да, да. Ой. Десятый раунд. Вот так незаметно. Оверхенд. Неплохо. Ощущениями, которые пропустившие этот удар испытывают. Посмотрите, нащупал, нащупал Умар. Левый сбоку. Неплохой раунд для Саламова. Да, да, под Дмитрием Биволом. Всегда с ним. И здесь, 10 секунд концов. Сам Умар свои силы, свой удар. Верит. Для него это большой шанс. Прийти, здорово. С верой в себя. На безопасное расстояние. Ой, какой, господи, какой жесткий джеб. Красота. Левый сбоку от Умара Саламова. Хороший удар. Справа достает. Он в порядке с функционалом у Умара Саламова. Посмотрите, он может. Настоящий бокс. Правая рука у Саламова. Тяжелый удар у Саламова. Посмотрите, ну как тяжело. Ну, мне кажется, Бивол. Слышим мы, как зал скандирует. Да, и Дима включается. Поддерживает. Спиной стоит. Первый раз он в таком положении. И гон. Бой завершен. Контракт на несколько боев, поэтому это зрелище
прекрасное зрелище, мы с вами... Трибивал, суперчемпион WBA в полутяжелом весе. Да. И, конечно, вот это...